Покажите медаль, пожалуйста. А, на камеру. Здравствуйте. Я думала, вы будете самой первой. Еще не раз. Выходим за Юлией Дмитриевной. А вы какой репертуар поете? А я разница. А где работаете? А, в этом, да? Ой. Возьми Люду в танцу. Татьяна Дмитриевна, вы были в землянке? Нет. Спуститесь, пожалуйста, в землянку. Кого выбрали? У нас пиво. Костер будет еще не скоро. Хочу вас огорчить. Мы ветераны, знаем, что такое война. Не благодарю. Иванович Будько, который все знает о нашем районе, все, он и книгу написал. Ребятки, и вот сейчас мы ему первому предоставим слово. Сохранились сейчас, вот знаете, возле милиции такие большие здания, там стоял полк. Этот в снегу по колено. Владимир Иванович, а чем партизаны занимались? Я не воевала, и в партизанах я не была, поскольку я была в Германии. На дарах. Землянка. Нет, это помните, я вам приехала. Я хотела кое-что показать. На Псковщине это было рядом совершенно. Ну, пытались, ходили у кого-то в деревне, как нас, просто были вот тесные землянки, но еще, конечно, печечка там была сложена, и нары там были, потому что жили и дегтем с ног до головы, я была черная, как негритенок, вот это запомнилось, а потом как... Не скрывая слез своих, ведь они сражались до победы. Жизни наших с вами сохраним. И детям. По-разному зовутся дети. Нас очень много на планете. Здесь с вами главное слово на свете. Мир очень нужен нашей планете. Мир нужен взрослым. Мир нужен детям. Мир нужен всем, всем, всем. Миру, мир!
Не надо бегать! Ну что, она сейчас